Так, пожарили мы гренки. Папа купил колбасу, сыр, косичку. Сейчас будем завтракать. Еще вот такие вот очень вкусные штуки. Печеньки. Так что будем завтракать. Вот такие косички. Папа, так, мы собираемся. Одна сумка с кимоно красная, одна черная со всеми нашими вещами. Это на запас я возьму. Так, на запас ты шапку поправь. Запас ты мой. Так, на запас я возьму надо. Хорошо. Так, мы берем вот это пистолет и вот это. Прям по фанке у меня. У меня вот этот. Хорошо. Так, ну что, мы едем. Выехали 9:48. Минус 3 у нас показывает, так что... Это только у нас. На улице теплее. Да, у нас в машине минус 3, да. Так, мы заехали на заправку. Сейчас еще Антоха выпьет. Так, и снимай эти очки, ладно, чтобы они тебе глаза не портили. Глотай таблетку. Они мне не портят. Портят. Нет. Глотай давай таблетку. Видишь, я... В смысле, я разгрызаю, а потом запиваю, чтобы бутылку... Угу. Вижу. Ну тут все туманно вообще. Тимошевск пойдет дополнительная электричка с 10 декабря. Новый поезд будет отправляться от станции Кривого Цирка. Вот я помню, тут чудес осталось. Да, это же уже считай, что мы в Ейск въезжаем. Ну, считайте, мы уже въехали. Да, курортное бюро. Видишь, как от него пар идет. Тихо. Так, въехали мы в Ейск. Сколько сейчас? 12:15. Так что, мы поедем мимо этих, где завтра будет или нет? Или ты уже не туда поехал? Они вот там же, они в стороне. Так, мы все, приехали. Сейчас пойдем поздравлять бабушку Галю пряниками для мамули. Берем селфи-палку. Ты редиску несешь? Тиму. Башки, тут и борщ готовится, и галушечки варятся. И котлеты бабушка сделала. Вся. И до сих пор крякает? До сих пор крякает. Афоня, да, бери борщ, ешь. Ничего себе, волшебная уточка. Да. Твоя, да? Угу. Вот молодцы, умнички. Давайте. Ой, а тут прямо вообще снежок до сих пор и иней на деревьях. В общем, зима тут больше, чем у нас. Все? До свидания. Давай. Я тут лежу. Афанасий принес уже мандаринки. Ага. Вот такие они еще немножко кисленькие, да? Ну, кушать можно. Ты где был? Это что такое? Что, опять конфеты едим, что ли? А что за праздник? Зай, ну зачем ты так показываешь? Что за праздник у тебя? Ты до дедушки приехал с бабушкой? Угу. Это что такое? Три, это что значит? А это Мали. 3 года? Да. Мама, да, будет Новый год. Когда будет Новый год? Да. Скоро. А я? М? А да, мам. Через месяцок будет. А. И тут вода, соберемся в кино. Ты пойдешь в кино? Посмотрели, какой-то там есть мультик «Тайна Коко». В Ейске раньше было 2 кинотеатра. Один «Родина»,
Один премьера. Осталась одна премьера, а вроде бы мы мимо него. Ты будешь у бабушки Гали? Да. Ты в кино не хочешь? Нет. А там смотрим уже строительный магазин, прям такая огромная реклама. Все, кинотеатра нет. Только премьера осталась там, где рынок. Ну, мне такие ориентиры, не знаю. Вот, так что, наверное, поедем в кино на какую-то там тайну Коко. Ну, а Афоня вот не хочет. Я не хочу есть! Это кто это приготовил, Афонь? Кто это приготовил? Антон! Антон? Антон. Сам пробуй. Давай, я смотрю. Дорога, Миха! Да отойди ж ты сейчас. Отойдите! Молодец. Давай, Саш. Папа, а если ты так? Ты молодец. Мама, а если ты так? Прыгай. Не бойся, не бойся. Подождите, подождите. Иди сюда, голову сюда. Вот так. Вот еще давай. Ну вот так вот сними, типа он сам. Да. Давай. Ты сам. Давай сам, поднимайся. Еще. 4,5 Я не буду. Молодец. Ты не хочешь кушать? Не хочешь кино, не хочешь. Я в кино. Так, ну что, поехали. Мы опять едем в кино. Не, опять едем в кино, и только один ребенок согласился с нами поехать. Два остальных. Не знаю даже, почему ты согласился. Если я сейчас согласился, то мы не поехали. Ну да. Бля, тут даже это стоит клюшка, да? Это в хоккей, что ли, играют? Наверное, как в Ералаше. Вроде в компьютерные игры про хоккей, а тут его одели. Папе надо бы это сюда фотографировать луч, там они набирают. На обрезку сада? Ты думаешь, сюда будет ездить, что ли? Да, до сих пор дубки здесь цветут. Снег голыми руками. Папа, ты туда посмотри. Ну, там раньше такие. Ну да, гля, какие там человечки. Один он без головы, да? Ну, это уже офисы какие-то. Ты любишь кино, Грись? Ух ты. Мама, я помню этот кинотеатр. Ну, тут уже были, помнишь? Мама, вообще-то, а где-то у дедушки есть жакарь, где можно он там быть. Да? Да, на развлекательный. А вот и Коко, пап. Коко. Где? Вот она, вот. Вот Коко. Пошли. О, прикольный, да? Тут еще, гля, какой снеговик. А, это на фильм «Снеговик», который. А что это снеговика? Снеговик. Наверное. Да, я бы хотела посмотреть. Я ты тоже хочешь? Я не знаю, спроси. А вот это у вас наверху диваны или нет? А нам сейчас трое нас. Какие ну, нам еще. Сейчас диваны? Ну, а какое? Ну, смотри, только не самый. Вот седьмой ряд, например. Шестой, седьмой, восьмой. Да. Седьмой ряд, шестой, седьмой, восьмой место. Ну, конечно. Ну, я только... Пошли фоткаться. Попкорн. А ты все вот это хочешь? Нет. А ты хочешь? Что ты хочешь? Нет. Ну, пожалуйста. Нет. Что-нибудь будешь? Я ничего не хочу. А ты что-нибудь будешь? Попробуешь что-нибудь. Я не хочу, честно, ничего. Я котлет наелась. Григорий, а ты что-нибудь будешь? Так он уже сделал. А мама только что ему говорила, что нельзя. Если что, Григорий со мной поделится. Мам, карамельный. Если что, Гриша со мной поделится, да, Гриш? Хочу такую плитку большую. Баню? Только затереть ее не белыми швами, а наоборот черной. Сразу черная. Не, ну серьезно. Ну, так, здесь два зала. Один синий, один красный. Нам в красный. Да, где билеты? А я их махнул на попкорн. Да? Поменял. Так, все, мы идем.
Ну ты здесь смотри, да? Девятое, вот девятое. Шестое? Шестое. Вот седьмое. Да. Седьмое, я сяду на восьмое. Да нет, ты на девятое садись. Так, а куда у нас шестое, седьмое, восьмое? Ну, вот такой вот он зал. Зайка, что ты делаешь? Нельзя снимать белый экран в кинотеатре. Да? Меня штрафуют. Штрафуют. Красный зал. Тебе все, Коко закончилось. Как тебе Коко, Григорий? Здоровски, да? Ты так всегда включаешь, когда мама не видит, ты вот так раз и снимаешь. А, ладно. Ну как тебе мультик, сынок? Интересный? Было дело. Да, очень интересный, да? Да, было дело. Теперь мы хоть узнали, кто такой скелет и вообще почему скелеты. Какая-то чудная собака с длиннющим языком. Потом они делали, что ли, галлюцинация, или это у мальчика галлюцинация. Угу. Да? Да, Коко это, кстати, бабушка. А то что за Коко? Ну какой да, что Коко? За тайна Коко, да? А тут еще какой ММДМС, здоровский. Есть рубль? Нету. Ну, ракета, кажется, летит. Ракета? Нет, это наш попкорн. Ура! Так, все, так, мы едем. Пойдите погуляйте. При минус двух прогуляйтесь по Ейску, да? Да, а вот даже кто-то и гуляет. Красота, вот эта аллейка, да? А это что-то гостиница Ейск или что это? А, помню, вот здесь. А, да, это гостиница Ейск. А здесь не было, да, вообще? Нет, здесь асфальт был. Суши и пицца. Папа, здесь? Гостиница Ейск. Вот вы меня и трясет. А что тут мои дети делали? Афанасий, что это вы тут делаете? А что это за игра? Кто стреляет? Корабли? Танцы на ТНТ. Танки, танки! Я потом это делаю. Потому что он добавляет давление. Балуешься, балуешься.